Убил шаром, представляете? На дурочка. Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Тим Куёк, Андре Драгон, Эрор, Волкинг он Файр. Пацаны, скажите крутые слова подписчикам. День мой настал сегодняшний. Всем удачного просмотра. Сегодня у нас очень классная игрушка, как всегда мы играем в Гаррис Мод и режим Чужой. Я буду сегодня играть не за Чужого, а мочить этого подлеца. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а у нас сегодня карта Привет, сосед, и Дарк Драгон играет за Чужого. Погнали. Ну чё, где он? Как становится чужим? Мочите! Может, он в меня вселился? Какую кнопку сказали? Не нажимай! А! Отвали! Ого! Ты тут ты жахнул! Ты что, псих, что ли? Как я? Почему? Ой-ой-ой! Я уже труп! Закрывайте двери! А, нет. Стой. Где он? Где он? Вижу! Вижу этого психа! Вот это вы психи! Мне нравится! Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Блин, круто, когда я играю не за Чужого, так прикольно поиздеваться над ним. Ой. А, нельзя. А, убили все равно, я не успел. Ну, ты не успеваешь. Блин, на самом деле, знаете, что я понял? Что Чужого очень тяжело попасть. Когда он такой маленький. Ты где? Челепиздрик, где? Вот тут он где-то бегает, я слышу. Вот тут где-то вот. Заходите, заходите все в комнату, будем мочить его из окна. Заходи, заходи, вон он, вон он. А, ты тварь, мочи его. Убили? Нет. Дима, я в тебе. Убивайте меня. Так ты не говори, что ты во мне. Ого, нас там высыпалось. Салют из трупов, то что ж такое-то? Я подожду. Блин, вот это веселье, мне нравится. Да ты задрал, Дардраган. Пацаны, надо валить с этого здания. Все, кто-то заходит. А, это ты, извини, я же по всем стреляю. А подсказку можете дать? Не, мы короче, в доме этого подлеца, соседа нашего. Что? А ты должен быть маленьким, ты уже большим, да, стал? Где он? Обстоятельства, не хотел, честно, не хотел, но я знаю, что я смогу его как-то убить. Вон он! С разворота! Блин, это эпический кадр. Я, короче, стрелял в это время и крутил мышкой. Получилась как бы изогнутая, что ли, стрельба какая-то. Нифига себе, ты читер. Тогда я, короче, здесь сижу. Все, опять маленького бери, ты проиграл. Все по-честному. Сейчас, подождите, я уйду. Сейчас. Слышу! Господи, да ты убери! Да, Драгон! Мы тебя будем мочить! Я коробку убил, Дима. Да? Пацаны, я знаю, тут можно забраться наверх по лестнице, представляете? Да, я уже наверху на здании, кстати. Так, давайте паркурим, прям как в игре, что ли. Ну, дайте выйти из дома! О, я запаркурил! Запаркурил! Да, господи. Назад, отлично. Да. Отлично, ребята. А, все, на выше нельзя. Выше нельзя. Где он? Ого, он отлетел. Вы видели? Угу. Все, ребята, чекаем. Я, короче, чекаю его. Так, с базука осторожно, чтобы мы друг друга не убили. Вижу его. Сдохни, подлец. Дардраган, как ты будешь поступать, когда все на тебя этот охотятся? Я им людей дам. Какие-то дети на фоне разговаривают. Такой прикольный звук на этой карте. Очень классно сделано. Ты говоришь на втором этаже или на верхушке дома, да? Да. А ты что, уже тут где-то? Да. Тварь! Сломайте массами. Да ну блин, я на шпагат в воздухе сел. Да что ты, отвали от нас. Он в кого-то вселился. Так... Еще в кого-то? То что он всех вселяется, что ли, или что? Ой, дробивик, хорёший. Да? Сюда, говорю. Сюда. Я теперь не могу. Ну чё, где ты? Ну,
угадать, кто из вас? Да я не знаю, в ком ты. Наверное, в ком-то из тех... Но он опоздал. А. Ребята, внимательно чекаем этого психа. Ах ты, тварь! Ах ты, тварь! Ребята, он сожрал нас. Блин, а было быстренько оружие. Ну а какое оружие поменять, я не успел. А вы, блин, базуки эти сраные уберите, а? Это какие базуки? Мы тебе вообще не... Да, ребята, давайте без базук, давайте с этими ядерными бомбами. Шучу, 600, шучу, шучу. Базуки с одной. 600 хп сраных. Ну так, умение? Ой. Волк тут встал в двери, странно вообще. О, наверх, а, наверх завалено. Мы не можем никуда попасть толком. А тут открыто? Гараж закрытый. Минус один. Закрывай. Закрывай. Все, сидим. Да ты, господи, я испугался. Такая морда на весь этот карту. Ты двоих! Троих. Ребята, он троих сожрал. Че, псих, вот что ли? Где он, где он? Он в гараже. Да, я в гараже, как вам? Ой-ой-ой. Мы взяли, что положило. Дима, ты чё? Не? Ой, извини, я не кинул Gunfire, не хотел, не буду им стрелять больше. Я убежал. Убежал? Да. Ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Discord, ссылочка в описании, и любой может зайти и записать с нами крутой ролик. И почему пообщаться, повеселиться. Чё ты не можешь? Я тут. Граната. Вот это там убил кого-то. Смачно. Ого, стружки летит, смотрите. Всех по стружке не надо, даже не то, что столько наваливается. Ну кто опять эту хрень взял, вонючий? Так, Стим Куёка, давай прекращай без базуки, потому что реально, ну сложно. Так, я тебе мелкий. Ты мелкий, да? Ой. Я в красном, я Фокси. Хорош убил. Ты не говори, в том ты. Потому что ты никогда не станешь большим и будешь всех убивать. Я в Спайдермене. А он специально, я говорить, не убивайте его. Он ни в ком не находится. Спайдермен, я в тебе. Не... Я в нем вообще. Убей его и поймет. Не-не-не-не-не, он специально тогда, чтобы друг друга убивали. Он убил. Да? Я думал, да, твой никнейм будет отображаться, что ты этот умер, типа. Варя. Трибл-кип. Ты не офигел, морда ты шерстяная, чекоженная, кто ты там? Я не офигел, мне хорошо. Ребята, надо оружие брать какие-то серьезные. Мы сейчас серьезно? Это, мы сейчас все базуки возьмем, будем тебя с базук фигачить. 30 а жизней, это ж не так уж и много, ребята. Так, тут наверх нельзя, да, подняться никак. Ого, а там что-то творится. Какая нафиг у вас там? Так, залазим наверх. Дима, сзади! Да господи, я ж только забрался наверх. Ого, я откинулся. Это жесть. Аж стулья тут валяются, сфига ли. Где этот морда? Я бег. Давай, иди сюда. Пацаны, знаете, как его легко убивать? Как? Когда он уже большой, шары АР-2. Извини, я не хотел. Убил шаром, представляете? На, дурочка. А я вижу, где ты был. Ты тут хотел обойти меня, да? Хитрый жук. Опять коробку дома. Так, я тут буду. Закрываем двери. Все. Пацаны, мы должны вот тут сидеть, и когда кто-то будет заходить, мы сразу убиваем. Молодец, 10 секунд прошли. А, King Gunfire. Ты хорошим был человеком. Блин, надо какой-то... А, шары АР-2 достаем. Я посмотрю, как он вздыхает. Он его не убил. О, правильно, минируй.
Да ты задрал, говноед. Да как ты меня съел через калитку? Вообще-то я тебя видел вообще-то. Да? Я тебя запомнил в лицо. Ну я пыточку. Дима, ты не стоял? Так, ты сейчас то все, я тебя убью. Так где он этот подлец? Я в доме, я в доме. Так выходи, стреляйте шарами, стреляйте шарами. Да блин, я сзади увидел, уже поздно было. Ух, ты когда меня убиваешь, я так кручусь, такие сальтухи делаю, это жесть. О, господи, хватит шаров. Шары, шары, пацаны, шары ему надо. Ого, и не говори, точно что ого. А чё меня? Чё меня? А чё нельзя? Так блин, так ну что ты? Я же хотел к тебе по-хорошему. А ты не хочешь по-хорошему, ты хочешь по-плохому? Где он? А, он в мине! Убейте меня! Мочите меня! Быстрей! Отлично. Я не знаю, был он во мне или нет. Выпал труп его. А что ж ты? Что-то творится, вакханалия какая-то. А бля, меня убили. А как я тебе спал? Придурки. Пацаны, мочите этого дурачечки, да. Подождите, я помогу. Где он? Не, я хочу помочь. Да ты не поможешь уже никому. Себе надо помогать. Я человек добрый, так что я не буду отказывать. Так. Давайте минуту перемирие. А что это вообще дает за кнопка? О, я открыл ворота. Машину можно сесть? Ага, нельзя сесть, да, никак? Отвали, тварь! Он в кого-то вселился. А не... А, да ну мочите всех, пацаны, на всякий случай, а вдруг не Фокси. Господи. Это веселье, ребята, это угар. Я в боне. Ты в боне, да? Да. Есть. Короче, знаете, что хочу сказать вам, ребята? Сегодня чужой всех нагибал. Мы ему даже ничего не смогли сделать. Какой-то мощный чужой. Ребята, если вам понравилась эта серия, и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, и посмотри мои ролики еще. Ой-ой-ой, что делает? Я за карты вылетел и лечу вниз.